деловых новостях. В последние дни существенно возросли риски усиления санкционного давления на Россию. Как это отразится на российской валюте? Спросим об этом нашего постоянного эксперта Александра Марусинина. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. По итогам начала недели курс рубля потерял против доллара более 3%, завершив торги среды на уровне 76 рублей 60 копеек. Стремительное ослабление рубля в последние дни связано с общим ухудшением настроения на глобальных рынках и ростом санкционных рисков для нашей страны. Но подробнее об этом в нашем сюжете. В начале текущей недели курс рубля продолжает снижаться против основных мировых валют. Сейчас доллар в паре с рублем достиг локального сопротивления в районе 76,5. На днях в Европе было официально объявлено о третьей волне пандемии, в результате чего ряд стран ужесточили или продлили карантинные меры. Это привело к снижению многими экономистами прогнозов по темпам восстановления европейских экономик, что в свою очередь повлияло на нефтяные цены. Помимо этого, в последние дни существенно возросли риски усиления санкционного давления на Россию, что спровоцировало волну распродаж на рынке облигаций федерального займа. По данным американских СМИ, о новых санкциях в отношении России может быть объявлено уже на этой неделе. В ближайшее время давление на российский рубль, вероятно, сохранится. Если новые санкции затронут суверенный долг России, продажи ОФЗ иностранными инвесторами могут продолжиться. Однако даже при таком сценарии Минфин и Банк России наверняка предпримут шаги по стабилизации ситуации на валютном рынке и рынке государственного долга, что позволит избежать неконтролируемого и долговременного ослабления нашей национальной валюты. Спонсор новостей финансового блока – акционерное общество «Финам». «Финам. Инвестируйте грамотно». Акции, облигации, валюта? Пусть другие разводят руками. Камон.ру от брокера Финам. Готовые инвестиции по подписке. Не надо ждать курьера или ходить в офис. Профессиональные трейдеры уже отобрали инвестиции за вас. Выберите и подпишитесь на портфель, исходя из ваших целей. Переходите на камон.ру. Финам. Помогаем зарабатывать.